Ребята, всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу показать вам свою красавицу. Она уже собралась отцветать. Я говорю, стоп, 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 подожди. Мы на тебя еще не налюбовались. Это Golden Beauty. Смотрите, она уже потеряла свой красивый яркий цвет. Уже выцветает. Девочки, 4 цветоноса. Посмотрите, она мне тут вообще на такой удочке подвязана. Два ответвления от старых цветоносов. Пошли вот так в сторону к окошку. Она у меня стоит на березке возле окна. И вот они вот так фонтанами, каскадиками цветут. Я посмотрела, вижу, что первые цветочки начинают уже вот так себя вести. Мне стало грустно и печально. Думаю, надо тебя запечатлеть. Ты ж такая красавица. Ей досталось в прошлом сезоне от трипсов. Видите? Я ее травила. Не знаю, раза 4, наверное, октары проливала. В общем, боялась ее потерять. И она после всего такое цветение выдала. Представляете? Благодарный сорт. И вот дала два цветоноса новых. Мы с вами смотрели, не могли понять, что это такое. Он, видите, с листиками цветонос. И один, и второй. Мы уж подумали, что это детка. У нас были с вами дискуссии на канале у меня. Но оказалось, что это облиственные цветоносы. Вот на каждом из них они достаточно длинные цветоносы. Ну, сколько здесь она дала? Раз, два, три, раз, два, 7 цветочков здесь. Видите, эти яркие еще. Они еще не потеряли свой прежний вид. Но они последние, эти бутончики, распускались. И здесь тоже. Раз, два, три, раз, тоже 7. Тоже 7. По 7. Тут 7 и тут 7. Ну и вид вот такой получился, пышного цветения. Вот так, девчонки, класс. Мне, знаете, в этом году просто восторг у меня. Я уже теряюсь в словах и выражениях, потому что я просто в восторге. Какое в этом году цветение. Орхидеи этой, ну, года 3 уже есть. И действительно, ребят, когда орхидея становится старше, сильнее, то она, конечно же, удивляет. Удивляет своим цветением, своей массовостью цветения. Слушайте, у меня эти цветы прям перевешивают. Я ее притащила, потому что мыла она в двойном горшке, вымывала там все. А она, посмотрите, сделала себе фитили. Я как-то не обращала внимания. Она сделала фитили. И я оставляю там. Ну, я поливаю сюда наверх. Сверху. И водичка стекает. И она подтягивает этими фитильками себе. Вот и с этой стороны есть корешок. В общем, фитили я не делала. Она сама их себе сделала. И уже вышла за горшок. Видите, я сейчас немножечко нарушила вот этот корень. Потому что я доставала горшок из кашпо. И слышу, что-то треснуло. Я сначала не поняла, что. А между двумя горшками уже пошел корневой рост. Горшок весь забит корнями. Ребята, посмотрю после отцветания, как поведет себя ее покусанная трипсами серединка. Не знаю, ребята, будет она продолжать рост или нет. Но трипсы там поработали, будь здоров. Вот такая красопета. Надеюсь, что это не прощальное ее цветение. Надеюсь, что она еще будет радовать не один сезон нас с вами. Потому что многие говорят, вот, если орхидея пышно цветет, все, прощается она с вами. Она хочет размножиться. Но если она хочет размножиться, она где-то деток настреляет, я так считаю. Корни у нее нормальные. В общем, красотка еще та. Роскошь ее цветения просто, ну просто, девочки, нет слов, нет слов. Сейчас буду поливать. Нужно поливать эту красоту. Сейчас только кипяченая водичка, так я поддерживаю, чтобы не упала. У меня даже не было никакой приспособы, взяла вот такие вот шнурочки и немножечко
Немножечко подвязала таким, знаете, способом. Все равно падают. Сейчас надо поправить, ребят. Сейчас подождите. Все, немножко исправила ситуацию, подтянула их, потому что они вот так падают, и вот здесь может треснуть. Даже не знаю, что придумать. На что это прицепить? Ну, уже, конечно, жаль, что сворачивает свое цветение, но, знаете, где-то месяца три уже цветет, и думаю, что еще будет цвести, но таким уже не ярким, выгоревшим цветом. У меня южная сторона, поэтому очень быстро орхидеи теряют свою насыщенность цвета. Может быть, если у вас северные окна или восточные, то вам немножечко вы дольше любуетесь насыщенной цветовой гаммой. Летом вообще у меня все летнее цветение у меня блеклое. Ну вот как-то так. В общем, девочки, отцветет. Я ее, конечно же, подкормлю, дам ей питание, и, скорее всего, я еще раз ее обработаю от вредителей. Потому что если трипсы были, не факт, что они там полностью уничтожены. Ну, что я с ними справилась. Листовая пластина неплохая. Вот было обидно. Она нарастила у меня хорошую верхушку. Но вот эти листы, вот они вот такие вышли покореженные. Я сначала вообще не поняла. Там, кстати, в серединке что-то непонятное. А, вспомнила. Я туда толстянку ей прокапывала, и остались следы. Это я везде пробовала на многих орхидеях сок толстянки. Так, в профилактических целях. Иногда балуемся. Но вот эти листики последние, они после трипсов, конечно, в ужасном состоянии. Но ничего. Думаю, что ситуация исправится. Корней полон горшок. Посадка у нее кора с керамзитом. Но вот видите, есть мох. И мох, кстати, живой еще в посадке. Сейчас я смочу водичкой. Да, мох я добавила в посадку. Нравится посадка такая орхидеям, когда добавлен мох. В общем, ребята, хотела поделиться с вами этой красотой. Не мне ж одной только любоваться. У моих уже, знаете, как прошел восторг. Вот что интересно, моя семья, когда началось это буйное цветение, все бегали, смотрели, восхищались. А сейчас уже все так, ну да, ну да. Уже намылила глаз цветение орхидеи. Я говорю, да у вас тут вообще райский сад. Видите, ребят, красотка. Все-таки Golden Beauty очень красивая орхидея. Ну, в завозах она есть часто сейчас. Пару лет назад еще был это редко встречающийся сорт, а теперь есть разные вариации. У меня еще одна желтая орхидея. Я думала, она Golden Beauty. Похоже на нее, но оказалось, что совсем не то, что, ну, другой. Есть еще сорт Голдион называется. И вот мне кажется, что Голдион это именно у меня Голдион. Сейчас я вам принесу и покажу. Это я принесла, ну, я так предполагаю, что это Голдион. Он немножечко другой, видите? Вроде как бы похожи. Я бы, конечно, подумала по отдельности, что это одна и та же орхидея. Но смотрите, они отличаются. Но когда это было ярче, она, конечно, было явное отличие. Это более желтенькая. Более желтенькая форма, даже немножко петалии более такие вытянутые и как рюшечка. Немножко есть такое. Тоже такая она у меня. Взрослая дама, но она появилась у меня позже. И я подумала, что у меня две одинаковые орхидеи. Но нет, это разные орхидеи. Ну, чем и лучше. Тоже сидит в двойном горшке. На дне вот там булькает водичка. Кора, мох. Вижу пеностекло.
керамзит, наверное, и внизу кокосовое волокно. У той еще нет кокосового волокна, она раньше пересаживалась, я еще не добавляла кокосовое волокно. Она сверху вот так растит корни. Почему-то не захотела она в горшочек их пускать. Но вот она уже начала активничать. Когда я вижу, что начинается рост корней и рост листа, я понимаю, что пик цветения на исходе, и уже орхидея перестраивается на то, чтобы вегетацию свою запускать в действие. И мне становится грустно и печально. Ну что, ничто не вечно под луной, но пока вот я любуюсь этими красотками, они у меня стоят рядышком, и как солнышки радуют. Видите, девчонки, какая все-таки это красота. Ну, разве не чудесно? Обилие цветения просто замечательно. Надеюсь, вам понравилось видео. Вы поставите лайкосики, напишите свои комментарии, расскажете, как обстоят у вас дела с этими сортами. И, девчонки, может быть, вы знаете точнее, чем я, какой это сорт. Видите, вокруг колонки беленькая у нее, а у этой, ну, я покажу, на недавно распустившейся, вот такой неончик. И щечки с персиковым отливом. Хотя губки практически идентичные, посмотрите. То есть где-то одни и те же родители и в том сорте. Но различия есть. Ну, такие вот они, гибриды. Так, ребят, делаю вам... Ой, это поближе. Хотела сделать подальше. Хотела сделать подальше, сделала поближе. Вот такие красавицы цветут и радуют меня своим цветением. А я с удовольствием делюсь с вами. Все, друзья мои, до новых встреч на моем канале. Пишите свои комментарии. Пока-пока.